Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная посылочка из Китая от компании Xiaomi. Вы уже видели некоторые товары от данной компании. Это были домашние камеры, а сегодня решил заказать видеорегистратор. Почитал комментарий, хороший видеорегистратор, вопросов никаких нет. Также там много интересных функций в нем. Такая у нас коробочка, вроде бы все хорошо, все цело. Давайте посмотрим снизу у нас характеристики регистратора. Возможно, съемка Full HD, да, при 60 FPS. И вот сам регистратор UI Dashcam. То есть очень хорошо. Также возможны различные виды разрешения. Дисплей 2,4 дюйма. Формат видео. Сейчас мы посмотрим, вскроем, что там есть. И вот сразу нас встречает видеорегистратор, можете видеть. Все в пленочке, то есть здесь пленочка, здесь у нас тоже пленочка, пленочка. Везде пленочка, да, хорошо все. Давайте отложим регистратор. Так, что у нас в коробочке? Обычная коробочка. Здесь у нас с вами инструкция по видеорегистратору. Также здесь у нас что это? Это гарантия на регистратор. И это сама наклеечка от компании UI. Да? Вот такая вот. Так, все хорошо, конечно. Больше ничего нет. Так. Здесь нас встречает такой вот зарядный блочок для машины прикуривателя. Так, с этой стороны вскрываем. Так, с этой стороны у нас получается провод. Кстати, интересно посмотреть, какой там разъем у нас. Micro USB на USB. Провод, вы можете видеть, очень длинный. То есть никакой, либо там полметра, да, и все. Так, и что еще? Все, пустая коробочка у нас. И здесь само у нас крепление. Крепление у нас получается на двойной скотч только. И нету присоски на лобовое, да? А обычный двойной скотч. Обычная регулировка. Все хорошо, да? Давайте перейдем к самому регистратору. Вот регистратор у нас. Давайте снимем пленочку. Получается у нас здесь диафрагма 1,8 и обзор 140 градусов. То есть у нас угол обзора уже намного больше, чем в обычного регистратора. Да? Здесь у нас, давайте посмотрим. Так, 5 вольт 1 ампера. Хорошо. Кнопочки. Давайте включим его. Вот, друзья. Можете видеть, я включил регистратор. Флешки у нас пока нету. Мы сейчас вставим ее, да. Давайте пробежимся по настройкам. Что самое интересное, что здесь даже есть Wi-Fi, когда вы можете подключиться к телефону и передать сразу файл, что очень даже хорошо, да. Не надо долго мучиться, скидывать на компьютер, то есть вытянуть флешку там, да, и ставить. Можно делать все быстренько. Давайте по настройкам пройдемся. Так, сейчас у нас включено 1080 на 60 FPS. Также возможно стандартная 720. И все. 4 вида, да, назад. Так, у нас здесь получается яркость сама идет по настройкам уже записи и тому подобного, да. Авто, стандарт, время, Wi-Fi. Вот здесь мы сейчас просканируем код и скачаем приложение на наш телефон, проверим, как оно будет работать, да. Что у нас здесь еще есть? Ну, вот этот QR-код, G-сенсор. Также у нас есть, вот можете видеть, система ADAS, да, которая идет за контролем, следит с полосы в полосу и пишет расстояние автомобиля. Это мы потом посмотрим на месте, когда подключим сам телефон. И тогда мы уже увидим, как оно будет работать. Звук. И все. Формат. Factory. Cancel. Короче, все понятно. Давайте сейчас возьмем, скачаем приложение. Посмотрим, как оно будет
Так, ну что, мы взяли телефон. Сейчас зайдем в приложение, скачаем. Так, здесь заходим. Сканируем. Так. Вот мы переходим на сайт. Сейчас скачаем приложение и попробуем проверить, как оно будет работать, сбрасывать. Скачать. В Google Play можно просто ввести UI-дашкам. Ну вот у нас установилось. Давайте выберем область у нас Европа. Продолжить. Согласен. Так, добавить устройство. У нас видеорегистратор получается. Дашкам какие тут есть. Чук-чук. Ну вот этот наш сам регистратор. Далее. Далее. Так, изменить пароль в сети в держателе для безопасного использования. Отмена. Все, друзья, мы вот подключились к регистратору, можете видеть, да? То есть ввожу регистратор. Все подключилось. Отлично, давайте посмотрим, что здесь есть у нас. Здесь мы можем зайти на SD, так как у нас нет ее настройки. Также с телефона можно настроить сразу. Настроечки, так, 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 запись, G-сенсор, средняя, высокая, получается все те же самые настройки, те, что и на регистраторе, да, здесь пароли наши, так, так, time, track, division war, экранная заставка, часы, звук, кнопок, отчет, движение, аудио, формат. И все. Так, нажать. Так, так. Давайте камера. Зашли. Так, мое устройство, руководство. Мое устройство. Видеорегистратор. Что тут еще у нас? Локальная. Нет файлов, потому что у нас ничего не записано, да? Форум, магазин, руководство, устройство. Все, друзья, то есть. Также можно нажать, и во весь экран у нас будет, да, как регистратор. Все очень круто, да. Давайте я сейчас пойду установлю на автомобиль и попробуем заснять. И видео я вам предоставлю, посмотрите, как оно снимает.
Ну вот, друзья, вы посмотрели качество съемки, и мне, в принципе, очень даже понравилось. Качество очень хорошее, угол обзора тоже на высоте. Так что ссылочки обязательно я оставлю в описании на данный регистратор. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, и всем пока!